Чаще всего на пляжах нет лодок. Кроме того, многим спасателям не хватает элементарных знаний и профессиональных навыков. В оставшийся период летнего сезона в каждом районе всего Большого Сочи сотрудники администрации совместно со службой спасения, представителями Кубаньспас и ГИМС продолжают проводить уроки для спасателей, вспоминают теорию, тренируются на практике. Мероприятие по оказанию первой медицинской помощи для того, чтобы спасатели были более подготовлены. Значит, на эти тренинги мы собираем спасателей, у которых сегодня нет смены. То есть все пляжи обеспечены спасателями, но те, которые сегодня не работают, они сегодня присутствуют здесь. И следующий тренинг будем проводить с теми спасателями, которые сегодня работают. Наказаний для пляжных арендаторов, которые нарушают правила, не предусмотрено. Сезон слишком короткий, объясняют в администрации, но в следующем году, заключая новые договоры на аренду пляжей, нарушителям может быть отказано.